субботу, 20 апреля, в рамках Национального дня донора крови мобильная станция переливания крови будет работать на площади Республики в городе Чебоксары. Напомним, донорами крови и ее компонентов может стать каждый здоровый человек в возрасте от 18 лет, имеющий прописку или временную регистрацию в Чувашской Республике не менее 6 месяцев. Желающим сдать кровь при себе необходимо иметь паспорт. Накануне сдачи крови в течение суток необходимо воздержаться от употребления алкоголя, жирной и острой пищи. В течение часа – от курения. С утра ограничиться легким завтраком. В марте станция переливания крови провела 29 выездных дня донора. Заготовлено более 600 литров крови. В день сдачи крови и ее компонентов донорам гарантируется освобождение от работы с сохранением среднего заработка. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов – дополнительный день отдыха. Те, кто безвозмездно сдал кровь и плазму 40 и более раз, награждается нагрудным знаком «Почетный донор России». Сейчас в Чувашии около 4000 почетных доноров СССР и России.